Всем привет, с вами Даша, и сегодня у меня на канале новое шопинг-видео. Я пришла в Метрополис, и сегодня мне хочется собрать уже по возможности теплые образы на осень. Единственный момент, который немного останавливает, так это то, что в магазинах офлайн представлены не все изделия. Поэтому не игнорируйте онлайн-шопинг, заходите на сайт, и там можно найти в том же Максмаркете интересные вещи из кожи, кашемира и какие-то более лимитированные модели. Пойдемте посмотрим, что у нас сегодня получится. В лимитированной коллекции Massimo Dutti мне больше всего понравился этот пыльно-голубой тренч. У него очень красивая контрастная подкладка на воротнике и на ремне. При этом классическая посадка и есть отстегивающийся меховой воротник. В новой лимитированной коллекции Massimo Dutti однозначно стоит обратить внимание на верхнюю одежду. Есть очень много красивых пальто, как это в болотном цвете, или, например, клетчатое в сочетании с нежно-голубым цветом. Очень интересное пальто кокон с объемным шарфом. В нем вы точно не останетесь незамеченной. Единственный момент – это не вещь первой необходимости, поэтому подумайте, прежде чем ее приобретать. Интересный вельветовый молочный костюм в лимитированной коллекции. Единственный момент, который необходимо учитывать, данная юбка может полнеть и придавать лишних объемов. Поэтому лучше вытягивать силуэт, сочетать вместе с каблуком или надевать сверху пальто.
Еще на сайте мне очень понравилось это пальто у Терклен. У него здорово сочетается два цвета, болотный и небесно-голубой. Единственное, что меня смущало, это пуговицы, поскольку они казались слишком вычурными. Но на деле они смотрятся очень здорово и выглядят уместно. Это пальто очень напоминает по стилю коллекции Miu Miu, поэтому это будет отличное вложение. В период популярности животного принта несколько стороной обошли тигровый принт, но у Терклы исправил эту оплошность, и я нашла здесь очень красивый костюм в тигровом принте. Он состоит из рубашки и широких брюк палаццо. Отличное платье я нашла в Терклен. За счет своего принта в мелкий горох и присутствующих подплечников у него есть винтажный несколько ретро-оттенок. Но при этом оно будет здорово смотреться даже в современной стилистике. Его можно надеть, к примеру, с кроссовками или кедами. На мой взгляд, это самая удачная вариация платочного принта с цепями, который появился в Заре в этом сезоне. Мне нравится сочетание цветов на этой блузке. При этом на сайте также представлена в комплект плиссированная юбка с таким же принтом. К сожалению, сейчас ее нет в магазинах, но на сайте она уже в продаже. Мне нравится эта плиссированная юбка с принтом-цепочками. У нее неровный низ, и она будет отлично смотреться как с туфлями-босоножками, так и с высокими сапогами. Мне нравится этот контрастный жакет в гусиную лапку. У него нет отложного воротника, поэтому он выглядит достаточно необычно. Но при этом будет здорово смотреться в сочетании с рубашками, с объемным воротником и под ремень.
Очень приятное по цветам, в серой гамме платье со змеиным принтом представлено в Zara. У него очень хороший силуэт, оно приталенное. При этом будет отлично смотреться даже в качестве юбки, надетая под свитер. Мне очень понравился этот костюм в манго. Отдельно хочется сделать акцент, что у него идеальная посадка, что редко бывает, поскольку часто вещи приходится подгонять под свою фигуру или закрывать глаза на некоторые изъяны. Поэтому здесь, обратите внимание, брюки сидят идеально и хорошая форма жакета. Он прямой и универсальный. Отличная покупка на осень. Однозначно, самая популярная модель обуви в текущем сезоне – это казаки. Причем модели их очень вариативны. Вы обязательно найдете ту, которая подойдет именно вам по цвету, высоте и форме. Мне очень понравилась данная модель красных казаков на каблуке в манго. Они очень удобные по колодке и будут подходить под многие образы. Как все уже знают, клетка – это один из главных принтов текущего сезона. И я нашла интересную клетчатую юбку Миди в H&M. Она плиссированная, при этом цвета, которые на ней представлены, очень нейтральные. Поэтому юбка будет очень комбинаторна со многими другими цветами и принтами. Какие образы я собрала сегодня в магазинах? Как всегда, делитесь в комментариях, какой из них вам понравился больше всего. Я буду очень признательна вам за обратную связь и комментарии. Всем до новых встреч! Пока-пока!